В Анапе открылся первый книжный магазин федеральной сети «Читай город». Сюда можно забежать на минутку и обнаружить себя через час-другой на сотой странице увлекательного исторического романа или модного детектива. Вечная классика и популярные современные авторы, самая востребованная бизнес-литература или мейнстрим в области красоты и здоровья. Каждый найдет здесь то, что поможет ему сделать свою жизнь интереснее и полнее, разнообразить досуг и получить новые идеи и знания. Рубрикаторы помогут сориентироваться и подыскать то, что нужно именно вам. Здесь же можно заказать и очень редкие книги. Консультанты оформят ваш заказ на интернет-сайте, и уже через несколько дней вы сможете приобрести нужную литературу в магазине. Заботливые родители могут выбрать замечательные книги-игрушки, учебники, волшебные сказки и познавательные энциклопедии. А креативные хозяйки найдут новые идеи для рукоделия и праздничные рецепты. Замечательный магазин, очень большой ассортимент, очень приветливые продавцы. Так что мы здесь бываем часто и думаем, что будем еще сюда приходить не последний раз. Кроме произведений литературы, в «Читай-городе» есть то, что добавит позитивных эмоций в ежедневную рутину. Товары для хобби, детского и взрослого творчества, игры, сувениры, канцтовары, оригинальные сладости и многое другое. Помимо представленных сладостей интересных в нашем магазине, у нас есть вот такой прекрасный набор, который помогает вернуться в прошлое, в 90-е. Доставит много удовольствия каждому, кто его приобретет. Идей для подарка здесь великое множество и для взрослых, и для детей. Каждый обязательно найдет приятную вещицу на радость близким людям. Также в магазине можно приобрести и упаковочные материалы. Те же, кто сомневается, какую книгу выбрать, могут приобрести подарочный сертификат. В продаже есть подарочные сертификаты от 500 до 3000 рублей. А также при единовременной покупке на 1000 рублей у нас можно получить карту любимого покупателя. Минимальная скидка по ней 5%, максимальная 15%. Книга, как известно, лучший подарок. Ее не зря называют лекарство для души. Исследование британских ученых, в котором приняли участие около 4000 человек, показало, что активно читающие люди не страдают до депрессии, легко преодолевают проблемы и обладают повышенной самооценкой. А самый большой выбор книг, несомненно, в магазине «Читай город», который находится по адресу Анапа, улица Астраханская, 99, торговый центр «Красная площадь», второй этаж.